К другим темам. Жители пяти сельских округов области Абай по-прежнему живут без интернета. У многих и вовсе отсутствует мобильная связь. Тяжелее всего приходится госслужащим и врачам, чья работа напрямую связана с передачей электронных данных. В районном акимате заверяют, проектно-сметная документация на установку антенно-мачтовых сооружений в разработке, и интернет в селах появится уже в следующем году. Асим Утешева продолжит тему. Будущий геолог Ильяс Ашгужинов в село Тарбагатай приехал на практику. Однако сдавать ежедневный отчет для студента оказалось проблемой. В ауле нет интернета. Как нам требуется отправлять отчеты, то есть в Алмату, для достоверности информации, мы этого делать не можем, так как интернета здесь не имеется. А также с родными и близкими связаться очень сложно. Сложно и медработникам. Медсестре Жанар Мустафиной приходится просить помощи в отправке направлений к врачу или на обследование пациента у коллег из города. Данные отправляем с большим трудом. Чаще звоним коллегам в город, просим оформить больного на прием к хирургу или на рентген. Единственное место, где сельчане могут найти доступ к интернету – местный акимат. Во всем ауле только здесь. И то благодаря самодельной вышке и старенькому модему люди, хоть и с перебоями, подключаются к всемирной сети. Из-за слабого интернета люди, не дожидаясь окончания операции, уходят. Сегодня, допустим, у нас началась выдача пенсий. На обслуживание только одного клиента уходит больше получаса. Мы несколько раз обращались в районный акимат и операторам сотовой связи с просьбой решить эту проблему. Село необходимо установить вышку. Наш единственный модем не справляется с нагрузкой. Отмечу, всего в Аягосском районе без интернета проживают жители пяти сельских округов. Нашим отделом проводится разработка проектно-сметной документации по строительству антенно-мачтовых сооружений данных сельских округов. Стоимость одной из антенно-мачтовых сооружений варьируется от 70 до 80 миллионов тенге. На строительство антенно-мачтовых сооружений будем спрашивать у Министерства цифрового развития. А пока чиновники ищут деньги на реализацию проектов, жителям села придется довольствоваться интернетом в будние дни, пока здание акимата открыто. Асим Утешева, Берег Жобалайлы, Хабар 24, область Абай.